борьба с насилием в отношении секс-работников. В этом видео мы поговорим о разных типах насилия в отношении секс-работников и обсудим, как можно удовлетворить запрос сообщества на борьбу с насилием. Секс-работники сталкиваются с сильной стигмой, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, что может становиться причиной насилия. Насилие в отношении секс-работников может быть телесным, сексуальным, финансовым и психологическим. Важно понимать, что к насилию могут прибегать интимные партнеры и родственники, незнакомые люди, люди, выдающие себя за клиентов, члены различных группировок – религиозных, экстремистских, групп спасения секс-работников, а также сотрудники полиции, военнослужащие, тюремные охранники и пограничники. И все это на рабочем месте, дома и в общественных местах. Самоорганизованные объединения секс-работников из разных стран собрали разные стратегии борьбы с насилием в отношении секс-работников. К ним относятся организация тренингов для уличных юристов, которые помогали бы секс-работникам, пострадавшим от насилия, и сопровождали бы их в судебных процессах. Организация онлайновых и офлайновых кампаний для просвещения и информирования о требованиях секс-работников. Помощь в использовании механизмов подачи теневых докладов, круглые столы с заинтересованными лицами и лицами, принимающими решения, а также с членами страновых координационных механизмов. Все эти стратегии были выбраны с учетом потребностей секс-работников и особенностей национальных контекстов. Основа всех этих стратегий составляет расширение возможностей сообщества. Развивая коллективную солидарность, мы сможем добиваться изменений и бросить вызов организациям, институтам и системам, которые отказывают нам в соблюдении прав и способствуют сохранению насилия и других нарушений. Кроме того, наши партнеры и союзники могут помочь нам в работе с секс-работниками, которым угрожает насилие и которые хотят создать собственные программы. Они могут собирать информацию о формах насилия в отношении секс-работников, использовать основанные на участии методы, чтобы привлекать секс-работников к поиску решений наших проблем. Анализировать связь между насилием в отношении секс-работников и ВИЧ и решать связанные с этим проблемы. Планировать комплексные общинные программы, в которых, среди прочего, оказываются медицинские и правовые услуги. Помогать нам в борьбе с насилием. Борьба с насилием в отношении секс-работников – это актуальная проблема, требующая незамедлительного решения. Необходимо, чтобы требования секс-работников были услышаны, чтобы эти требования принимали всерьез и чтобы проводились необходимые правовые реформы. Мы должны добиваться полной защиты прав человека секс-работников, отказаться от вмешательств, основанных на спасении и реабилитации, продвигать гендерное равенство и соблюдать право секс-работников на принятие осознанных решений о собственной жизни.